Символ обновления, молодости и мощи нашей страны. В преддверии Дня столицы в региональном филиале ведущей партии Казахстана прошло торжественное собрание. На нем присутствовали активисты Нур-Отана, волонтеры, члены молодежных организаций региона. 5 североказахстанцев, среди которых представители бизнеса, спорта, молодежи, в канун Дня главного города страны вступили в ряды партийцев. 11 человек, которые участвовали в акции «Быргемыс», ушли домой с благодарностями от Елбасы. А председателю областного филиала молодежи Молодежного крыла «Жас Отан» Биржану Кудайбергенову вручили медаль «Халык алгысы». Данная награда нам дает стимул для дальнейшего развития, а также для дальнейшей нашей работы. И будем также оказывать активную помощь нашим гражданам. Очень активно себя показали именно волонтеры, волонтеры Северо-Казахстанской области. За все время, которое было в рамках карантина, мы помогли порядка 15 тысячам семьям. Помогали порядка 800 волонтеров. Карантин не заканчивается, волонтеры свою деятельность не заканчивают. Также мы готовы помогать всем тем, кто в этом нуждается.